Более 1000 газовиков в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока сдали сегодня свою кровь. Все они сотрудники компании «Газпром Трансгаз Томск», в которой уже 9-й год подряд проходит акция «День донора». Только в Томске удалось собрать свыше 90 литров крови, которая будет направлена в медучреждение области. Глеб Шестаков расскажет подробности. С 8 утра возле главного офиса «Газпром Трансгаз Томск» работала мобильная станция переливания крови. Уже 9-й год в компании проходит День донора. Впервые акция состоялась в 2011-м и вызвала такой дружный отклик у сотрудников, что стало ежегодной традицией. Участников становится все больше и больше. Молодые сотрудники очень активно принимают в ней участие. И здесь же своего рода тоже работа в команде, только более глобальной. Да, мы не видим тем, кому мы помогаем. Мы не знаем их, но от этого помощь не становится менее ценной. Сдают кровь не только в Томске, но и во всех 25 филиалах компании в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. А это уже более 1000 доноров. Символично, что в этот 9-й год проведения акции также пройдена отметка в 9000 кроводач. Я так думаю, что с возрастом люди начинают понимать, что вот сдача крови – это необходимо, да, значит, для оказания помощи кому-то. Возможно, я думаю, что это и движет людьми. Донорство – это же спасение чьей-то жизни. И представляете, мы даем возможность больным людям побороться с недугом. Я считаю, что это очень хорошее дело, донорство, но это, мне кажется, это одно из очень благородных дел. Все утро на Фрунзе 9 подъезжали сотрудники из других офисов компании. Помимо передвижной станции работал и второй донорский пункт в спорткомплексе «Ермак». Кровь, сданная в Томске, а это не менее 90 литров, после исследования и фракционирования будет передана в медучреждение области. Первая, вторая группа, она наиболее чаще встречаемая группа, третья, четвертая реже встречается. Ну и, соответственно, по резусу отрицательные встречаются, естественно, редко. Раньше были гемоконы 500 мл, сейчас идет стандартно 450, плюс пробирки, которые для исследования берутся всегда, 4 пробирки. Донорская акция газовиков прошла в 14 регионах. Только в Томске более 200 человек нашли в своем плотном графике полчаса на сдачу крови. Не напрасная трата времени за возможность в будущем спасти чью-то жизнь. Глеб Шестаков, Юрий Дахов, Вести, Томск.